Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и вот как должен выглядеть график крипты. Вот как должен выглядеть график нормальной, здоровой криптовалюты. Что это, спросите вы? Да это BitDAO, это дисклеймер, не финансовый совет, не реклама. Это просто то, что сейчас происходит на Bybit, залистили, наконец-таки, токен BitDAO. Много сейчас будет шумихи, связанной с ним. На Poloniex его также залистили. На Binance, я думаю, не за горами тоже листим. Вот, и сейчас он стоит $1.5. Как вы можете видеть, тренд растущий. Покупать его можно пока только на споте. На деривативах еще нету. В общем, это неофициальный биржевой токен Bybit, ребята. У него очень серьезные партнеры. Мы об этом делали отдельное видео, как мы его покупали. Короче, если вы хотите успеть на эту ракету, то вот Bybit спот специально для вас. BitDAO по $1.5. Есть мнение, что он даст очень много иксов. Ну, типа как BNB. Вспомните, BNB тоже когда-то стоил $1.5. Поэтому дисклеймер еще раз, не финансовый совет. Если вы хотите срубить быстрых иксов, то это точно не к нам. И вообще это провальная затея. А вот если вы хотите потихонечку двигаться к своей цели, то никто вам не мешает это делать. Тем временем на рынке у нас с вами происходит локальная коррекция. И многие говорят сейчас об этом падающем клине на битке, который он формирует. И многие также ожидают финальный дамп. Многие быки, я хочу заметить, потому что есть также медведи, кто ожидают не финальный дамп, а вообще скам крипты. Чего, в принципе, тоже, конечно же, уместно опасаться, потому что видите, что происходит на рынке. Сейчас мы об этом поговорим. Но в целом, смотрите, сетка и EMA Ribbon разворачивается в медвежью сторону на дневке, как было вот здесь. И, соответственно, если будет еще один дамп, сквиз куда-нибудь на 38 или даже ниже, и потом только отскок, то вот это будет здоровая история на самом деле, потому что это предыдущий уровень сопротивления, вот здесь вот, который мы сейчас тестируем, как поддержку сложным пробитием перед продолжением роста. Вот что может быть на самом деле. Может это быть, но ключевое слово может, потому что мы можем и сразу развернуться, а можем и еще ниже упасть, и потом только развернуться, поэтому аккуратнее, ребята, с любыми действиями сейчас. Тем не менее, мы видим, что RSI уже достаточно перепродан на дневке, и если сейчас будет финальный заброс вниз, например, или может быть, даже сейчас скорее будет памп на верхней границе клина, потом заброс вниз, и вот такая фигура какая-нибудь на RSI, то это будет достаточно бычий знак для выхода из этого клина наверх. Поэтому посмотрим, поживем, увидим. Так что да, но при этом негативнейшие новости у нас из Китая продолжают литься на рынок, а также, на самом деле, очень стрёмная новость про Binance, ребята, о том, что Binance заблокировали активы на сумму свыше 630 тысяч баксов из-за потенциальной связи с SUEX, запрещенным обменником, который якобы мыл всякие наркобабки. И, ну, вы же понимаете, что никто от этого не застрахован. Во-первых, все, я вас уверяю, что и на Binance на самом, и на любой криптобирже так или иначе проходили всякие грязные битки. И как вы этого можете знать? Вот, заблокировали счета чуваков, которые вообще не в теме, то есть один просто там менял на P2B, где гарантом выступает сам Binance, другой там тоже не знает, что как. И вот их аккаунт просто был отключен. Это вам еще один дисклеймер о том, что стоит задуматься, если вы торгуете только на Binance или только на какой-нибудь другой бирже. Просто вы можете с утра вот так зайти и увидеть, что ваш аккаунт был отключен. Поэтому диверсификация — наше все, ребята. Еще раз говорю, на Bybit вы можете купить бит как вариант. Давайте взглянем на доминацию BTC. Она у нас на дневном таймфрейме показывает тоже вялый отскок, но отскока самого пока еще нет. Просто мы трёмся об поддержку. И я думаю, что в какой-то момент эта поддержка будет сломана и пробита. Посмотрите, как мы часто уже в нее трёмся. Но перед этим может быть еще вот такой вот сквиз всех лонгистов альткоинов к биткоину. И потом только вниз. Ну, в общем, будем смотреть. Сетка EMA Ribbon пока медвежья. Никаких здесь ничего нету, признаков. Но если вот так сделаем, сетка, наверное, загнется. Типа как вот здесь было. И потом пойдем еще ниже. Я жду вот такой сценарий по доминации. Но опять же, это просто мое мнение. Я просто чувак из интернета. Это ничего не гарантировано. Имейте в виду. На прошлом большом обзоре альткоин мы забыли посмотреть Bitcoin Cash, но по нему все то же самое, что и по всем старичкам, восходящий тренд в целом. Будем смотреть, не будет ли он для сейчас сломан, потому что, конечно, это все может быть и вот так еще перед продолжением роста, но в целом я жду сюрпризов, типа вот как вот здесь. Смотрите, тоже, если вот убрать все, что было дальше, тоже все выглядело вот здесь довольно-таки плачевно, или вот здесь, допустим, да, тоже все выглядело ужасно, и потом просто вап, и мы на новый этаж выехали. Поэтому какой-то флэт, не флэт, и потом наверх. Я думаю, что нас ждет октябрь месяц, жаркий, ребята. One Inch тоже пока ничего не делает к биткоину, идет в боковике. К доллару One Inch тоже пока ничего не делает. Опять же, прекрасное место для аккумуляции, на мой взгляд. То, что вот под трендовой линией мы сейчас находимся, я думаю, One Inch в какой-то момент очень неплохо себя покажет.
Элис просили посмотреть. Ну, Элис тоже провалился под поддержку. Сетка развернулась в медвежью сторону. Это, конечно, настораживает. Поэтому с Элис сейчас аккуратней. Я бы это дело не лонговал. Но, может быть, после какого-то консолидирующегося дампа мы все-таки полетим наверх. Ох, обожаю рисовать стрелочки вверх. Но, ребят, если вы посмотрите из истории, они отрабатывают. Они реально отрабатывают. Кто бы что там ни говорил, а стрелочки вверх отрабатывают. Поэтому не знаю, все на самом деле нормально. Затяжная коррекция, конечно, немного изнурительная. Дент, вот кто-то тоже любит торговать дент. 10% за день, но мы этого даже не видим здесь. В целом дент, конечно, спекулятивная история вот с такими вот штуками. Ну, не знаю, что-то я думаю, что дент еще может и попадать. Ну и Даш, давайте на закуску. Даш, а то я смотрю, там все паникуют, уже паникируют, как Тонвейс говорит. О, нифига, кто тут на барабанах рубит. Прикольно. Короче, Dash идет наверх, ребята. Все, что я могу сказать. Dash идет наверх и по дороге вытряхивает всех неверующих. И посмотрите на его всю картину целиком. И вам все станет понятно. И многие вопросы у вас отпадут. Dash сейчас похож на Ripple несколько месяцев назад, когда была шумиха с судом. Вот, и... Ну, как бы все, дальше мы пробиваем $400, и следующее сопротивление, там уже 800, 1000 с чем-то, и полетели. А дальше все по плану, 1000 на 15-20 он может улететь и стоить дороже, чем эфир. Я уже много раз объяснял в своих видео, почему, не хочу повторяться. Можете сами посмотреть старые видео. А я так ненадолго к вам вышел, просто поддержать морально, как всегда, и... сказать, чтобы не унывали. Хотя вообще моя задача сделать наоборот, сказать вам, ребят, да все уже, это скам, вы что, не видите, что ли? Все, падаем, нисходящий тренд, шортите, выходите, продавайте, фиксируйте лосей и полетим после этого. EOS кто-то еще спрашивал, то же самое, смотрите, EOS в накоплении, хоть проект в принципе и не оправдался, как убийца эфира, который сейчас, кстати, много всяких Solana, Shmalan, вы смотрите осторожно, то как бы все равно, тем не менее, он может очень хорошо стрельнуть, этот EOS ненавистный. Но также обратите внимание на то, что индекс доллара отскакивает, и это может увести нас еще в более затяжную коррекцию. Ну и, конечно же, фондовый рынок. Фондовый рынок на абсолютных хаях, и так обычно не заканчиваются, конечно, булраны. Хотя вот здесь тоже, посмотрите, не было никакой шпильки вверх, был сразу слив. Поэтому в какой-то момент все-таки ждем вот такой вот слив. И возможно, что он потянет за собой крипту, как было здесь. Но возможно, что и не потянет. Потому что последнее падение крипты на 50%, фондовый рынок рос. Никуда он не падал. Поэтому я жду декорреляцию. Сейчас многие говорят, вот фонда посыпется, крипта тоже посыпется. И уважаемые люди говорят всякие, Роберт Киосаки и прочие. Я ставлю на менее очевидное, на менее банальное то, что фонда посыпется. Может быть не сейчас, может быть после финальной шпильки наверх, но она обязательно посыпется. И я ставлю на то, что биток и стопудовая альта начнет подниматься в этот момент. Давно пора, собственно. Вот, ну и золото. Золото дипует, на самом деле. Это оно здесь кажется, что на хаях. А по факту внутри дня оно уже дипует. Но это не совсем диповые свечки, конечно. Но, грубо говоря, вот эта вся зона выкупается очень хорошо. Соответственно, у меня в ней расставлены ордера на Фемикс. Если мы туда еще кольнем, я буду выкупать и ждать золото на перехай. Если вы хотите тоже торговать золотом на бирже Фемикс, вы можете это превосходнейшим образом делать, имея в обеспечении тезер. Вот, как вы видите, у меня здесь есть позиция по золоту на $30,000, но она сейчас в минусе на $700, плюс фандинг на $1000 в минусе. Тем не менее, я ее добираю, у меня здесь стоят ведерки на закуп, их правда не видно, они иногда что-то исчезают. Вот они стоят, ведерки на дозакуп, на вот этот вот проливчик, не финансовый совет, дисклеймер. Золото может сходить еще ниже, если что, ликвидация у меня далеко, относительно, опять же, на $1500. Ну а лонг свой легендарный с 31 тысячи так и держу, вот как бы оставшуюся часть нереализованного профита, реализованного профита. Так что всем желаю тоже терпения, выдержки. Соблюдайте риск-менеджмент, не берите большие плечи, торгуйте осторожно. Не забудьте про BitDAO. Спасибо, что смотрите наш канал. Все ссылочки в описании. Femex, Bybit, Binance с 20% скидкой. PrimeXBT с бонусом 50% на депозит. И все остальное. Рабочие обменники, где вы можете купить, продать крипту, холодные кошелечки и полезные видосы. Ну а с вами был Грини. И скоро увидимся. Пока-пока-пока-пока.